На Сахалине прошла зимняя спартакиада. В ней приняли участие и сильнейшие в Магаданской области лыжники. Ребята выполнили нормативы на звание кандидатов в мастера спорта. Для этого им нужно было попасть в топ-8 спортсменов, и они это сделали. Я бы сказал, что вот на данный момент эти воспитанники, они, значит, в 16 лет выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Это очень здорово, потому что ребята приезжают на соревнования такого уровня и с первого раза не попадают. Одним из участников соревнований был Павел. В лыжный спорт мальчика в возрасте 6 лет привел отец. Павел признается, заниматься лыжным спортом ему очень нравится. Мы приехали с Южно-Сахалинска. Это был второй этап спартакиады учащихся. Там принимали участие команды Дальнего Востока, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Бурятия, Магадан. Команды все сильные. Следующий этап – это подготовка ребят к финалу спартакиады, которая пройдет в начале марта в городе Сыктывкар. Любовь Голембиовская, Илья Пачин, Олег Дудник. Специально для вечернего Магадана.